Давайте будемо продовжувати. Так. Далі у нас Олексій Гонарьов розповість про Cerebral декларативний стейт і Side Effect Manager. Поприветствуємо. Мы пишем декларативный код для наших интерфейсов так часто, что уже даже не задумываемся об этом. Тут не работает, нет? Мы пишем декларативный... Сейчас. О. Мы пишем декларативный код для наших интерфейсов уже так часто, что мы даже не задумываемся об этом. Но мы не можем сказать то же самое, когда дело доходит до написания логики управления состоянием и побочными эффектами. Сегодня мы поговорим о том, как можно выразить бизнес-логику приложения в декларативном стиле и рассмотрим, какие преимущества нам это дает. Представьте, что вы пришли в гости к друзьям. Друг подает вам ужин, но вы не представляете, что это такое. И вы такие: что? Что это вообще такое? И друг уходит в режим тирады минут на 15. Он описывает каждую мелкую деталь, какие и откуда ингредиенты он взял, какую посуду использовал, что и в какой последовательности он делал. Вы голодны, и где-то на середине объяснения вы: серьезно? Я просто спросил, что это. Я не собирался выслушивать все эти подробности. Ваш друг потратил уйму времени, чтобы объяснить, насколько это блюдо великолепно. Раз. Думаю, чтобы сказать, что это за блюдо, в этом абсолютно не было необходимости. Но вам точно так же подают код каждый день. Это может быть унаследованный код проекта, ревью кода ваших коллег или даже ваш собственный код, написанный полгода назад. Думаю, это выражение лица знакомо всем разработчикам при чтении кода. И я отец двух детей, я не хочу тратить времени столько на такое выражение лица. Мне надо быть немножко более веселым. Ну и, собственно, обо мне. Да, я Алексей Гурьянов, я работаю в EPAM Systems. Уже более 2 лет я являюсь контрибьютором и участником проекта Cerebral, автором которого является Кристина Альфони. Идея данного проекта всегда была в том, чтобы снизить когнитивную нагрузку для разработчиков. Менялись подходы, детали реализации, позиционирование, но идея всегда оставалась прежней. Сегодня мы говорим, что Cerebral — это решение, которое позволяет вам выразить бизнес-логику ваших приложений в декларативном стиле. Итак, декларативность. Прежде чем продолжить обсуждение, давайте дадим определение. Какой код мы называем декларативным? Декларативность — это настолько абстрактное понятие, что очень сложно дать четкое определение. Если мы начнем смотреть всякую литературу, Википедию, мы увидим множество объяснений, это лишь часть из них. Код должен описывать что, а не как. Там будет что-то про независимость контекста, про частоту функций. И вдруг выясняется, что у нас есть не только декларативный код, но еще и декларативные языки программирования. Хотя все это очень важные вещи, мы начнем не с этого. Нам понадобится более простое и точное определение для целей нашего презентации. Итак, это HTML. HTML — декларативный язык. Он декларативный, потому что он описывает, какие элементы мы хотим получить, а не как именно их создавать. Это тот ответ, который мы хотели получить от друга, когда спрашивали, из каких элементов состоит суп. Но друг нам ответил что-то типа этого. Это императивный код. Он абсолютно необходим при написании программ на JavaScript. Компьютеру нужны инструкции для выполнения, как повар, который будет готовить суп. И здесь я хочу провести черту между этими двумя подходами, между декларативным кодом и императивным. И давайте скажем, что декларативный код больше подходит для коммуникаций человек-человек, разработчик-разработчик, в то время как императивный код необходим для получения инструкций для компьютера. Но
ничто нам не мешает добавить уровень абстракции, который поможет общению между разработчиками, в том числе, если это вы сами в будущем. Так вот, это был HTML. Мы собирались говорить про JavaScript. Состояние, побочные эффекты. Что ж, давайте продолжим. Какие виды декларативного кода мы знаем в JavaScript? Ну, например, литералы объекта можно назвать декларативным кодом, потому что тот же самый объект мы можем получить в императивном виде. То же самое с массивами. Его можно задать литералом или последовательно заполнить значениями. Методы работы с массивами в какой-то мере тоже можно назвать декларативными. Итак, мы убеждаемся, что в JavaScript есть место для декларативного подхода. Уже на этих примерах можно выделить дополнительные преимущества. Это лучшая читаемость, лучшая масштабируемость. Ну, может быть, немного наивно, но декларативный код выражается меньшим количеством строк, а значит, потенциально это значит меньше багов. Ну, сделаем шаг назад и вернемся к нашему примеру с HTML. Декларативное представление HTML в JavaScript может выглядеть приблизительно таким образом. Да, оно уже не читается так хорошо, как HTML, но это все еще декларативное представление. Мы используем литералы объектов, массивов, строки, числа, чтобы создать такую структуру данных, которая выражает, что мы получим. Но для написания декларативного кода не обязательно ограничиваться литералами. У нас есть функции. Имя функции в данном случае — это тип или тег. Массивом мы обозначаем потомков, и мы можем использовать объект вторым аргументом для обозначения атрибутов. Этот код не сделает ничего сам по себе. Нам понадобится императивная часть. Нам необходимо что-то, что преобразует нашу структуру в инструкции. Кто-то уже догадывается, что нам не хватает, чтобы превратить это в инструкции? Ну, мы можем, да, представить здесь JSX, но JSX это тоже вроде бы декларативный, и что нам надо, чтобы это заработало? Ну, не совсем, нам нужен рендер. Нам нужна функция рендер, которая, собственно, запустит всю нашу описание и превратит это в объектную модель документа нашей страницы. Ну или в строку, если мы говорим про сервер. Ну да, мы уже узнали здесь React, очень похоже, да, и способ в React, в котором выражается композиция элементов и компонентов, действительно является декларативным. Итак, на этом этапе мы выяснили, что у нас в JavaScript есть место декларативному подходу. Мы еще также уточнили, что декларативный код очень важен для коммуникации человек-человеку, от разработчика к разработчику. Мы выяснили, что литералы и функции очень хорошо подходят для создания структур данных декларативных. Еще также мы определили, что нам все еще надо преобразовывать декларативный код в императивные инструкции. Так как же применить все то, о чем мы сейчас говорили, для описания бизнес-логики? И здесь давайте определим то, что я поднимаю под бизнес-логикой. В данном случае это две вещи. Это обновление состояния приложения и запуск побочных эффектов, работа с ними. Эти две вещи присутствуют, наверное, в любом приложении, неважно, какие вы библиотеки используете. И что нам понадобится для выражения таких структур данных в декларативном виде, это запуск функций последовательно, запуск асинхронных функций, запуск функций параллельно и каких-то условных ветвлений. Ну, начнем, пожалуй, с функции render, которая у нас была. Нам надо ее заменить, потому что нам надо не рендерить, а запускать какую-то бизнес-логику. И что ж, ну, нам надо запустить последовательность функций. Что первое приходит на ум?
То есть мы можем просто описать функции друг за другом, и они будут выполняться друг за другом. Ничего сложного, функция RAND будет это выполнять, там нету ракеты науки. Что, как вы думаете, быть с асинхронными функциями? Отлично. GetUser будет возвращать промис. Функция RAND поймет, что это асинхронная функция, и подождет, прежде чем передавать управление функцией setUser. Ну, здесь немножко сложнее. Здесь, не знаю, может быть, кто-нибудь подскажет вариант, что можно придумать для параллельного запуска с функцией. Ну, мы говорим про декларативность все-таки. Нет, мы говорили еще, что мы можем использовать функции. Да, мы можем подсказать нашей системе запуска, что нам надо запустить некоторые функции параллельно. Это будет работать ровно так же, как promise-all приблизительно. То есть мы дождемся выполнения обеих функций getNotifications, getArticles, и только потом произойдет unset loading up. Ну и последнее, очень важное, это исполнение по некоторым условиям. Не совсем, есть проще. Литералом можно обойтись. А если мне нужно динамическое условие? Давайте мы это оставим на вопросы. На самом деле пути исполнения очень хорошо выражаются объектом с ключами. И функция, которая находится перед этим объектом, она может выбрать путь, по которому пойдет исполнение дальнейшее. Так у нас есть, вот мы определили способы, каким мы можем создавать такие структуры данных. И вот нам надо создать вот такой поток исполнения. Это, кстати, тоже декларативная запись. Нам нужно установить состояние, нам надо получить пользователя с сервера асинхронно. В случае успеха нам надо установить это значение сущности пользователя в состояние и сообщить пользователю об успехе. В противном случае мы должны установить ошибку и сообщить об ошибке. Ну и в конце снять состояние загрузки, чтобы убрать лоудер с экрана. Ну и используя все те методы, которые мы выработали, это запишется вот таким способом. Не правда ли, оно читается очень похожим образом? То есть мы говорим set loading, get user. В случае success сделай это и это, в случае ошибки сделай это. В конечном итоге убери состояние загрузки. И да, оно все еще требует написания императивного кода. В частности, функция getUser у вас где-то будет объявлена, и она будет возвращать в промис. Да, и там вы будете делать какую-то императивную работу. Но что здесь хорошо, это то, что у вас есть полная картина потока исполнения, связанного потока исполнения, то, чего вы не получите в редакции, если вы будете диспатчить отдельно сообщения здесь, 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 здесь и здесь. В редакс DevTools вы получите экшены, которые диспатчились в этих местах, но вы не увидите связи между ними. Сейчас мы видим эту связь в файле, в декларативном представлении, но поверьте, это гораздо более мощный инструмент. Так вот, у нас уже есть инструмент, который позволяет запускать такие структуры данных. Он называется Function 3. Это библиотека, которая делает все, что вот нам нужно, и нам на самом деле намного больше. И она лежит в основе проекта Cerebral для запуска так называемых сигналов. Вот. И, как я уже сказал, мощь вот этого представления, она не только в том, что мы можем прочитать в файле декларацию, но у нас есть еще дебаггер. Вот пример приложения. Так. Гифка не запускается, да. Ладно, пока без гифки, гифку попробую запустить потом, хотя тут очень интересные механизмы отображены. И здесь мы видим наши выполненные сигналы. Это скомпонованные вот эти структуры данных, которые вы получали. И уже после выполнения дебаггер получает информацию о том, с какими параметрами были запущены сигналы, и какие пути исполнения были выбраны, и какие операции с состоянием были произведены.
там на самом деле очень много. Я думаю, это можно будет в спикер-конере более подробно рассмотреть. Ну, я еще думаю, наверное, попозже останется время, запущу ее в виде гифки. Ну, соответственно, Cerebral — это уже более комплексное решение, чем Function 3. Оно у нас надстроено над ним и имеет биндинг к любым UI-библиотекам, и, ну, как любым, но, по крайней мере, большинство популярных, таких как Angular, как первой версии, так и современные Inferno, React, React, то есть все, что основано на API React, Vue.js, и совсем скоро мы ожидаем поддержку Ember. То есть, а сам Cerebral, вы ему должны позволить управлять состоянием вашего приложения и управлением этим состоянием побочными эффектами. Значения состояния — простые типы JavaScript, совсем как в Redux. Фактически это JSON-данные, так называемые сериализуемые данные. Это данные, которые вы можете передавать между клиентом и сервером, хранить в локальном хранилище, передавать его в отладчик. Как вы понимаете, такой способ имеет свои преимущества, которые были уже проверены на том же Redux. Тем не менее, если, так же как и в Redux, если вам надо обойти эти ограничения, вы можете это сделать, но вы немножко потеряете возможности просмотра через тот же отладчик. Но именно в конкретном месте, а не во всем приложении. То есть у вас в отладчике будет доступ ко всему этому состоянию, его там можно изменять, изучать, переходить по ключам, просматривать изменения, которые происходили. И в целом изменения в Cerebral не происходят в случайных местах. Вам надо объявлять вот эти последовательности действий, так называемые цепочки, sequence, и из них составляются, собственно, сигналы. Любое событие в вашем приложении, являющееся прямым взаимодействием с пользователем или чем-то еще, там сообщение по веб-сокету, должно запускать сигнал в Cerebral. Поступая таким образом, вы получаете доступ к функциям Cerebral, и отладчик получает представление о том, что происходит. Цель сигнала — изменить состояние вашего приложения и запустить побочные эффекты. Действие, которое изменит состояние вашего приложения, выглядит приблизительно таким образом. Cerebral запускает это действие. Он предоставляет так называемый контекст. И этот контекст содержит API для выполнения изменения состояния и выполнения побочных эффектов. В этом примере используется API управления состоянием. Таким образом, Cerebral узнает, какие именно пути в состоянии были изменены, и имея декларацию зависимостей компонента, он точно знает, что надо обновить, какие компоненты надо ревендерить. Но при разработке приложения мы чаще всего используем деструктурирование и доступ к объекту state, copy state, получаем вот таким образом. При этом мы можем расширять этот контекст и добавлять туда собственные сущности сервиса. И, например, можно использовать готовый HTTP-провайдер. Вы получите доступ к нему через вот этот же объект контекста, и при вызове метода контекста он будет возвращать промис, и, соответственно, функция становится автоматически синхронной, что позволяет Cerebral понять, что надо подождать выполнения этой функции, прежде чем приступить к следующей функции последовательности. На самом деле там были еще слайды по более технические, но они у меня, к сожалению, побились при переходе. Вот. Это можно будет рассмотреть, я думаю, в спикер-корнере подробнее. Вот. И если я вас заинтересовал, вы хотите узнать подробнее или спросить, чем же это отличается от Redux, от MobX, можно прочитать вот эти две статьи. Это оригинал на английском в блоге автора и перевод от DevShaft, который они буквально, по-моему, вчера запубликовали в своем медиуме.
Ну что ж, ну все-таки давайте я пробегусь по-быстрому по основным отличиям или сходствам. То есть Cerebral, как вы заметили, предоставляет гораздо большую абстракцию, чем Redux, он довольно считается низкоуровневым, в то время как MobX прячет от вас лишнюю сложность. Мы то же самое можем сказать, что Cerebral упрощает, снижает когнитивную нагрузку за счет предоставления абстракций. Так же, как и в Redux, Cerebral использует однонаправленный поток исполнения данных, то есть вы не можете поменять состояние в случайном месте. Стратегия ререндеринга, как я уже отметил, она основывается на отслеживании зависимостей. Мы четко знаем, какой компонент в данный момент времени от каких ключей состояния зависит. Это, причем может он зависеть от собственных пропсов и очень точечно зависеть от ветвей состояния, а не от объекта в целом. Это не требует поддержание вашего состояния иммутабельным. То, что достигается чаще всего в Redux ручным способом, Redux возлагает на вас эту ответственность поддержания состояния в иммутабельном состоянии. Ну, а MobX делает это более неявным способом, он делает сеттер-геттера, обзервит доступ. Cerebral также, как и в Redux, используют State3, единое дерево состояния. В MobX, в принципе, тоже появился пакет MobX State3, который в том числе можно использовать на самом деле вместе с Cerebral. Есть отдельный пакет интеграции. И, как вы уже видели, изменение состояния происходит через специальную API, которая просто предоставляет информацию дебаггеру, контроллеру о зависимости об изменениях. И сложные изменения, как раз управление сайд-эффектами, как раз достигается за счет работы через библиотеку Function 3, то, что мы видели в самом начале. В то время как в Redux требуется дополнительный выбор решения, таких как Redux Saga и многих прочих, и среди них я еще не встречал довольно декоративных решений. Но в MobX вы решаете сами, как вы управляете всем этим делом. Вот. Про дебаггер я, в принципе, уже рассказал, но... так. У меня сейчас есть небольшой набросок, он не сильно готов. Но здесь можно представить, здесь мы видели, появляется список сигналов, которые исполняются в хронологическом порядке. У нас есть дерево состояния, мы его можем смотреть, мы можем его... Обращаясь, спичек, пожалуйста, Гриша. А? Спичек можно, Гриша? А то ничего не найдет. Боюсь, нет. Понял. Дело в том, что это отдельное приложение. У нас также есть список мутаций в хронологическом порядке, там traveling, список компонентов, которые отрендерились, с их зависимостями, текущими от состояния. Тут также появится журнал рендеринга с временем, которое заняло для рендеринга компонента. Я думаю, спикер-коннеры мы посмотрим более детальные. Вот, на самом деле это далеко не полный список, то, с чем работает Cerebral и то, что он предоставляет. У нас, я не успел это предоставить на слайдах, но если мы можем пойти еще дальше, мы видели использование функциональных фабрик для использования в описании сигналов, таких как setLoadingTrue. То есть он что делает? Он возвращает на самом деле новую функцию, которая, собственно, будет выполняться в Function 3 в нашем дереве, он попадет в структуру наших данных описания сигнала. И у нас есть набор дополнительных хелперов, которые автоматизируют, можно большинство изменений, что-то типа 80%, описать готовые операторы и теги.
например, там, установить состояние по такому-то ключу, выбрав его из такого-то параметра, и это описывается. То есть вы можете не создавать по каждой функции на каждое такое мелкое изменение. Это остается решение за вами. Вы можете создавать собственный DSL для описания работы конкретно с вашей доменной областью. И тогда у вас в этом описании будет там пойти на сервер затем-то. И вы просто компонуете и получаете такие описания, которые просто работают. Ну, у нас обязательно есть также вычислимые функции, которые точно так же трекают зависимости, и нет необходимости перерендеривать или перевычислять их повторно. Ну, можно считать, что это замена реселекта в нашей экосистеме. За тем исключением, или может быть дополнением, что это также натурально используется в декларациях исполнения, а не только в декларациях компонентов при коннекте из стейта. У нас сделана оптимизация рендеринга, отслеживаются изменения и существует time travel debugging, потому что у нас есть просто все изменения, список всех изменений, всех мутаций. Поддерживается серверный рендеринг, существуют, соответственно, хелперы для тестирования. Проект уже почти 3 года, поэтому довольно хорошее состояние все. На самом деле, по каждой из этих тем я могу создать еще по одному докладу, да? Поэтому я их просто вывел, чтобы знать, что у нас есть поддержка уже из коробки. Ну, это сторонними дополнительными модулями предоставляется, подключаемыми. То есть можно сменить при необходимости модель все-таки на иммьютабельную. Иногда у нас возникала у пользователя такая необходимость, особенно при переходе со старых версий Cerebrum, когда Baobab у нас была основная модель, но мы от этого отказались из-за проблем с производительностью в некоторых узких случаях. Также есть модель, основанная на MobX State 3. В данном случае не используются наши биддинги, подключение компонентов к Cerebrum, а используются стандартные MobX State 3, который, MobX React. То есть вы можете скомбинировать 2 подхода, попробуйте обязательно, если вам MobX больше считаете, что подходит. Вот. Соответственно, есть множество интеграционных пакетов, которые работают в основном напрямую с контроллером. Они ничего не знают про UI, про view layer, который вы используете, будь то React, Angular или что угодно. То есть у вас будет роутер, который не зависит от UI. Вообще для меня до сих пор кажется странным, что люди в роутер пытаются притащить lazy loading, там, авторизацию, еще что-то. Это не задача роутера, я считаю. Также есть, соответственно, библиотека для доступа к AJAX в декларативном виде. Она предоставляет оператор для использования в наших декларациях. Работа с формами тоже сделана полностью в стейте, в том числе на вычисляемых функциях. Вот. Ну, здесь в конце небольшая история. Здесь можно увидеть, что Cerebrum появился приблизительно в то же время, когда и выпущена первая версия Redux, публичная. Вот. Но мы развивались более, скажем так, плавно. У нас более сложное решение. Это не Redux, который довольно простой в имплементации, но там, да, там сложные идеи. Но при этом они довольно быстро достигли того стабильного состояния, где не надо ничего улучшать. Мы продолжаем развиваться. Сегодня Cerebrum переписан, начиная с версии 2, он стал более модульным, он более доступен к контрибьюшнам со стороны. И я приглашаю вас, собственно, попробовать. На этом, наверное, все. Я задам перше запитання коротко. А от, наприклад,
щодо секвенції запуску функції, щодо асинхронності в редакції. І більшості другого, єдина, яка має відповідь, я я використовую, якщо не ошибаюсь, Redux Sum, і там можна робити в промісах, заворачувати, цепочки робити, так само кидають різні івенти і тому подібне. Тобто, якби в случаї з Redux Sum, проста відповідь – один middleware. В случае с боксом тоже мало много чего сказать. И в целом, как бы я, как обычный JavaScript developer, как большинство тут, я хочу сказать, вот уже, правда, надоело каждого дня вчити что-то новое. Вот есть какая-то киллер фича, чему мы можем саме використовувати Cerebral, а не Redux или Mobix? Вот какая-то именно такая причина, чему стоит сейчас взять, вивчити и его використовувати замість Redux и Mobix, або как-то из ними параллельно? Ну, наверное, это наш дебагер. Его просто надо попробовать, я не смог нормальную демку успеть подготовить, но его просто надо попробовать на нормальном приложении или на демо на нашем сайте. И просто вот эта вся картина, вот это все, оно просто укладывается, ты видишь это, и тебе не надо каждый раз восстанавливать из кода, что же у тебя происходит и как эти вещи связаны. Это самое главное на самом деле, то, что нам гораздо чаще приходится работать с кодом уже написанным, чем писать новый код. Будь это наш код или унаследование и так далее. То есть, и очень важно сделать, чтобы он был максимально доступен. При этом у нас остается мощь императивности, мы все это используем. Но мы добавляем слой, который позволяет и дебаггеру воспринимать эту информацию, и нам, как разработчикам, в том числе, мы можем либо просто посмотреть на эту декларацию и прочитать, что здесь происходит, либо запустить это уже в приложении и смотреть, как это происходит в рантайме. Зрозумів, дякую. Ще запитання? Спасибо. Громких, которые на слуху, это как минимум это real-time board, а как минимум dashboard real-time board сделал на Cerebral, но на самом деле использований довольно много и в продакшн. У нас есть issue на GitHub, где мы постарались собрать примеры по максимуму. Вот, но из именитых пока, наверное, это все-таки connectunity.com, который при этом не забывает обновляться на последние версии. К сожалению, связь с человеком из Real Time Board я потерял. Я хотел ему предложить помощь в обновлении, потому что они все еще сидят на переписанной версии Cerebral, но тем не менее их все устраивает. Вот. Фидбэк всегда был исключительно положительный. И здесь вот на самом деле есть, давайте посмотрим, наверное, гифки какие-то все-таки получится увидеть. Вот это вот примеры приложений, сделанных на Cerebral. При этом вот видно, как это отражается в дебагере. Это норвежский стартап, который поддерживается непосредственно автором Cerebral.js. И тоже здесь можно видеть, то есть сигналы могут быть довольно большими. Это частое очень явление, когда нам приходится составить там десятки, 15, там 20 секшенов, и управляться с этим в редакции становится довольно сложно. Здесь мы видим и полное дерево состояния, и полный список мутаций. И да, я еще забыл, наверное, уточнить. Когда мы обращаемся там, к провайдерам, тот же HTTP, он все тоже будет логироваться в дебаггере. Ну, дальше еще несколько референс-проектов. Собственно, вот PunkBin. На самом деле у нас скоро будет очень громкая еще одна реализация. Вы все знаете этот проект, я думаю, но мне пока рано о нем сообщать. Второй вопрос, собственно, по поводу дебаггера. Он реализован, по-моему, на электроне. И как
какого API вам не хватало, чтобы реализовать это как браузерное расширение? На самом деле он начинался как браузерное расширение, но потом, когда понадобилась поддержка приложений на React Native, Electron и так далее, начали люди упаковывать, нам также понадобилось приложение отдельно стоящее. И здесь скорее это вопрос не каких-то ограничений, это скорее недостатка ресурсов поддерживать три разных версии. Там нужен небольшой рефакторинг, чтобы выделить общую часть и чтобы это поддерживать. Сейчас у нас есть просто с дебаггером хорошая система автообновлений. Мы просто публикуем новую версию, и она спокойно автообновляется с GitHub. Вопрос только в человеческой поддержке, то есть нужно больше контрибьюшенов, если вы хотите это видеть снова в виде экстеншена. И третий вопрос, собственно, когда мы описываем сигнал, мы используем template literal или по-русски шаблонные функции. Этому есть какое-то, я не знаю, Это какое-то решение осознанное или просто для красивого синтекса? Это осознанное решение, на самом деле оно как раз добавило много той самой пресловутой декларативности. Вы не обязаны это использовать, вы можете оставлять, писать свои функции для дерева. Но часто для простых каких-то изменений достаточно взять оператор и с помощью template литералов их резолвить. Что позволяет на самом деле template literal? Это не просто строка, это функция, которая может быть вызвана там чуть-чуть позже. Потому что у нас мы уже можем вкладывать template literal друг в друга. И это позволяет нам, например, описать. Мы на вход в сигнал можем передать какой-то аргумент, параметр. И мы его можем использовать для вычисления пути. Вот уже прямо здесь в декларативном виде нам не придется писать императивную логику, что там есть у нас там такое-то, мы идем в такой-то узел дерева. Мы просто извлекем его, мы подставим в пути этот ID-шник какой-нибудь сущности и получим ее. Или даже какое-то там конкретное значение от этой сущности. Сейчас я пытаюсь понимать, у вас вдруг еще 20 минут. Здравствуйте. У меня вообще даже не вопрос, а скорее наблюдение, потому что можете показать вот тот там, где код был, декларативные экшены. Просто это весьма знакомая боль, как у многих разработчиков. Вот тут показывали пример с юзером, а, допустим, если пример там initial нагрузки приложения, не, это там пикот, вот, вот, когда у нас, допустим, нужно получить юзер, если юзер получен, то начать там промисловом подгрузить еще чего-то, если юзер ошибка, значит, показать, что не залогинен там другое, поставить логин. Скажем так, да, танк работает, хорошо, но эти цепочки промисов, они, ну, у меня, я тоже с этим справлялся, окей, оно хорошо работает, но мне сейчас вот текущие итерации, да, оно мне не нравится, потому что в кэче мне надо проверять, это ошибка именно, что не залогинен юзер или вообще ошибка. И, ну, как бы это больше уже побоем, что декларативный подход, да, он лучше в данном случае, но я вот не помню никакого такого расширения для редакции, которое позволяло бы запускать как бы сразу группу экшенов, когда идет там промис, зен, и диспатч. Это тоже не всегда красиво, особенно если добавляются кондишены, то есть у нас промис по результату одного один, второй. У меня там, когда добывалась коробка, когда еще надо было темп по интервалу врубать, проверять, это, в общем, не то. Я вообще не знаю, чем я займусь. Посмотрю, что так редакцию добавить подобный middleware, который позволял бы вызывать определенную последовательность экшен, чтобы не растягивать вам диспатч to props до адских размеров. Ну, чисто в теории можно взять function 3 и попробовать его соединить с редаксом. У нас на самом деле в самом раннем. Ну, по нашему опыту мы все чаще больше переносим в единое дерево на самом деле. Я столкнулся тоже вот стандартный паттерн редакции, то есть лодик, эррор, там, пилот какой-то. Я столкнулся с тем, что если, допустим, лодик ставит, то у тебя такой
на странице несколько компонентов, допустим, список юзеров, edit там одного юзера, вот там удаление юзера, и оно лодит, ну, они все подписаны, оно везде вырубает. Я потом начал ставить коды, что типа лодин 2 это нормально, 3 там чтение, 4 editing, 5 удаления, это тоже фигня. В итоге я просто лодин по каким стейтам менеджер. В стейте редакции только данные. Вот, все. Ну, это в большинстве случаев работает, кроме core application, там да. Вот. Это работает до тех пор, пока это состояние надо шарить с другими компонентами. Вот. Я думаю, с вами можно уже спикорнули. Еще задание. Спасибо за доклад. Хотелось бы выделить еще преимущество декларативного подхода именно в тестировании. То есть я вижу, что это почти то же самое, что action, только написано в декларативном стиле. Получается, нам не нужно их тестировать. Ну, мы можем их тестировать, как раз их очень легко тестировать. Каждая эта отдельная функция, она чистая. Да, вот отдельная функция. Потому что все, что ей надо, она получает через единственный аргумент контекста. Да, то есть ну, я к тому, что это как объекты, которые, в принципе, не нужно тестировать, это тоже один из плюсов. Ну, здесь все зависит от вашего приложения, насколько оно сложное, насколько вам надо дробить юнит-тесты. Здесь можно тестировать как отдельные экшены, так и цепочки целые. Для этого как раз и есть дополнительные утилиты. Они позволяют его запустить в изолированном окружении и посмотреть, что и как изменяется, какие побочные эффекты дергаются, не вызывая их фактически, а просто их подменив. И для работы state, как получается, это теперь не чистые функции, да, у них там есть доступ к контексту. Как вы тестируете state? То есть как вы мокаете все лишнее? Ну, это надо просто пройти в документацию, на самом деле. То есть мы берем вот это описание, и как раз мы предоставляем какой-то ограниченный там state, который важен для этого куска только, и просто смотрим на выходе, что поменялось. А, то есть вы сам... Там будет такой неполная версия контроллера, которая позволяет это все проверить. То есть не получится, как в редуксе, например, чисто редюксер протестировать без... Нет, это как раз-таки так и получается. Получается, да? Ну, да. Он в отрыве от всего приложения тестируется. Хорошо, спасибо. Якщо в кончі запитання, ви зможете знайти Льошу Скейткормери через 5 хвилин буквально. Дякую ще раз за цікаву лекцію.